Открывая заседание коллегии, прокурор города Севастополя в своем докладе подчеркнул, что в минувшем году в числе основных задач надзорного ведомства стояла защита прав граждан, интересов общества и государства. Игорь Шевченко отметил, что в целом за год в ходе проверок исполнения федерального законодательства прокурорами было выявлено и пресечено 8 тысяч нарушений. С целью их устранения внесено 328 представлений, в суд направлено 104 исковых заявлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 400 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело. Уже в начале 2015 года прокуратура города провела ряд проверок, в частности, относительно законности ценообразования в городе. Проверками вскрыты случаи, когда некоторые хозяйствующие субъекты, пользуясь настроением граждан, необоснованно завышают цены на продукты питания. Прокурорами внесено 11 постановлений о возбуждении производств об административных правонарушениях. Работа по выявлению и пресечению нарушений закона, способствующих росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, ценовых сговоров будет продолжена и в новом году. Также в 2014-м по результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой в связи с нарушениями законодательства об оплате труда, предприятиями и организациями города погашена задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 51 миллиона рублей. Активизирована деятельность по защите законных прав предпринимателей. Налажена системная работа по защите прав детей и молодежи. Кроме того, Игорь Шевченко указал на необходимость уделять самое пристальное внимание защите ветеранов Великой Отечественной войны. Государство принимает беспрецедентные меры по поддержке ветеранов, поручая в первую очередь прокурорам обеспечить неукоснительное соблюдение законов об обеспечении их жильем, дополнительных выплатах, оградить их от преступных посягательств и всякого рода недобросовестных лиц. Деятельное участие прокуратура города Севастополя принимала в работе по созданию нормативно-правовой базы города. В законодательное собрание прокуратуры внесено 3 законопроекта. По 195 законопроектам проведена правовая экспертиза. При этом по 43 из них даны отрицательные заключения в связи с наличием противоречий с федеральным законодательством, а по 4 – в связи с выявлением коррупциогенных факторов. Вместе с тем процесс формирования региональной нормативной базы еще не завершен. Поэтому нам необходимо продолжить активную работу на этом направлении. Особенно это касается муниципального уровня, где этот процесс фактически только начинается. Поэтому перед прокурорами района стоит задача принять в нем активное участие. По результатам заседания коллегии прокуратуры города Севастополя его участники выработали комплекс мер, направленных на повышение эффективности и совершенствование прокурорского надзора, укрепление законности и правопорядка в 2015 году. Также были подведены итоги городского конкурса на лучшего государственного обвинителя. Первое место занял старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Севастополя Сергей Поливанов.